Аллея Славы. Ну хоть лицо города-то могли бы, да, почистить? Как бы. Да. Аллея Героев Нефтекамских. Требую парад техники возле кинотеатра «Октябрь». У нас за последнюю неделю выпало просто, как бы, наверняка, та норма снега, которая не выпала в последние дни осени. Вот. Как бы в том году это считалось катастрофой, и боялись, что город засыпет и будет небезопасно. Для этого я видел, целый парад техники организовали наши службы при поддержке там или с командой администрации. А в этом году, как бы, этого даже не наблюдается, и, походу, действий никаких принимать пока не планируется. Стал сам свидетелем неоднократно ДТП на дорогах. Ребята жалуются, что попадают практически под машины, потому что скользко, что машины не успевают тормозить. Никаких мер я пока не вижу, что предприняли для того, чтобы сделать город безопасным. Вот вам аллея Трудовой Славы в городе Нефтекамск. Ну что говорить, если как бы напротив администрации, как бы, у нас вот такой творится беспорядок. Я вот вышел сюда выразить свое мнение, что срочно порядке нужно организовать парад техники, который был в том году, чтобы показать, что у нас умеют чистить дороги. В том году уже чистили. Почему в этом? Травма шеи, да? Да, это из-за того, что был лед на дороге, и машина как бы не успела притормозить. И как бы так получилось. Ехала в вашу машину? Да. Ага, понятно. Вот ты вышла на пикет из-за этого? Да. Я хочу, чтобы было хотя бы безопасно на дороге, чтобы люди не лежали в гипсе в больнице, чтобы все было безопасно. А что это означает? В том году вроде ширину дороги мерили, а в этом году и не мерят, и не чистят. А, то есть ГОСТы не соблюдаются? Так.